Am spus că trebuie să avem răbdare și să vedem care este decizia curții. Я сказала, что мы должны иметь терпение и подождать, какое решение вынесет Конституционный суд. Мы не можем комментировать то, что мы не знаем, как будет выглядеть, что скажет суд. Это не только да или нет. Там будет много всего в том, что скажут там. Но решение должно принадлежать гражданам, и я при поддержке людей пойду дальше, чтобы найти это решение для инициации досрочных выборов. По словам политолога и журналиста Валерия Реницы, если судьи Конституционного суда аннулируют указ Майя Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы на пост премьера, президент обратится за помощью населения, чтобы организовать досрочные парламентские выборы. Президент Майя Санду заявила, что знает о том, что Конституционный суд не даст однозначный ответ «да» или «нет» по поводу указа. То есть отмена или сохранение его силы не будет самым важным моментом в решении Конституционного суда. Суд, утверждает Санду, выскажется таким образом, что позволит ей при поддержке народа пойти на досрочные выборы. Откуда Майя Санду знает, как и что скажет суд? Напомним, судьи Конституционного суда сообщили, что 23 февраля будет вынесено окончательное решение по запросу социалистов о том, обязана ли президент Майя Санду выдвинуть кандидата большинства на пост премьер-министра.